Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, где зарабатываю, куда лично инвестирую, никогда никого ни к чему не принуждаю. И хочу вам также порекомендовать подписаться на мой новостной телеграм-канал, ссылочка в описании, он в английском, если вы хотите узнавать о всех новостях и узнавать о любых проектах самыми первыми. Сейчас я хочу рассказать про проект Алиса, который, на мой взгляд, еще очень такой свежий, перспективный. Работает он примерно месяц. Видим, цена токена постоянно растет, и благодаря этому токену можно тут сделать шикарный профит. Проект нам предлагает 220% чистого профита, где 100% ваш депозит и 120% прибыль. Но если вы токены, часть токенов держите и через неделю, к примеру, их будете продавать там, или через 2 недели, ну, конечно, риски тут будут больше, если вы будете держать, то вы можете заработать гораздо и гораздо больше. Вот, проект, я считаю, очень такой перспективный, похожий, аналогичный проект работает уже год, поэтому тут как бы развитие только начинается. Так, я вам сейчас покажу то, что проект платит. Давайте мы сейчас перейдем в свой личный кабинет и покажу вам то, что проект шикарно, прям очень хорошо платит. Вот, на данный момент я уже в хорошем плюсе, оборот моей структуры уже более 25 тысяч долларов, это со всех линий, поэтому я тут окупился, ну, гораздо быстро. Что касается по инвестициям, то, ну, примерно, может быть, даже не скажу точно, потому что тут как бы я токены особо не удерживал, ну, ребята, которые удерживали, уже даже больше половины, я думаю, отбили. Вот, давайте мы сейчас обменяем токены, вот. 84 токена будем менять на USDT-шку. Так, на USDT-шку меняем 84 и получаем 14.28 USDT-шки. У нас написано то, что successfully. Так, и теперь мы можем нажимать на выводить. Теперь у нас тут появится, нужно какое-то время подождать, чтобы появилось на USDT-шке, чтобы выводить. Я специально открываю MetaMask свой. Сейчас показываю то, что у меня сейчас пока что пусто, и денежки придут. Я вам всегда показываю то, что проект платит, проект на данный момент платит. Вот, у меня сейчас 66 центов всего, я тут много не храню, как я говорил, я на MetaMask никогда много не храню. Давайте мы сейчас, наверное, вот так вот еще по вкладочкам походим, чтобы они уже, вот, нажимаем, все, у меня появилось тут, и нажимаем 18, нажимаем confirm. Так, подождите, я сеть какую я выбрал? Я выбрал сеть TRC20, нужно выбрать BEP20. Немножко не то нажал, нажимаем confirm. Так, network у меня BEP20. Внимательно смотрите, если вы не туда отправите, то денежка не придет. Выдаст ошибку и, возможно, с баланса спишутся, поэтому внимательно всегда проверяйте сеть. Это тоже очень важно. Так, и что еще по проекту? В общем, токены менять, у вас тут начисления будут происходить постоянно в долларах и автоматически конвертироваться в эти токены каждый день по курсу. Допустим, процент тут плавающий 1,2-1,8%. Допустим, вы проинвестировали 1000 долларов, то у вас там будет там, 15-18 долларов и в этих токенах приходить. Но если, допустим, вы их будете постоянно обменивать, то у вас таки будет 15-18 долларов. Вне зависимости, хоть токен будет и доллар стоить, вам будет просто 18 этих токенов приходить. Так, к примеру, 15-18. Токен будет тут какие-то центы, так само будут приходить. Поэтому что и те, кто их немножко задерживают так на 2-3 дня, то прибыль гораздо и гораздо выше. Так, тут у нас уже показывает то, что выплачено уже 617. Давайте мы сейчас вот посмотрим свой MetaMask. Я считаю, что проект пока что перспективный, свежий. Можно строить команду. Не стоит никогда забывать о рисках. Я ничего не рекламирую, я только рассказываю, где зарабатываю. Я, все, денежка пришла. Я на данный момент проинвестировал 500 долларов, вывел уже 617 долларов. И это при том, то, что я еще активный инвестор. И моя цель тут заработать, конечно, несколько тысяч. Потому что все только начинается. Реклама тут у них будет, тут у них появится скоро свой фарминг. Ну, это проект такой не фастовый, это такой долгосрочный проект, низкодоходник, но для тех, кто любит вот долго зарабатывать в одном проекте, никуда не бегать. Вот, сколько будет работать проект, друзья, никто ничего не знает, никогда не стоит забывать об этих рисках, можно инвестировать только в свободные средства. Вам побольше профита и до новых встреч!